Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смерть пришла», и мы остановились с вами на третьем акте. Это якобы пирамида, а здесь, как мы видим, все герои, которых мы с вами успели укокошить. Ну что ж, давайте приступим и посмотрим, что нас здесь ждет. Называется «Улыбнись, ведь магия никогда не закончится», акт третий. Так, здесь у нас какой-то коллекционер, да? Сэр, вам что-нибудь нужно? Да, мой музей открыт сегодня. Пускай люди наслаждаются моими экспонатами, говорит директор. Так, а это у нас что за чудик? Ха, интересно, с какими-то шпионами идет. В чемоданах ключи, бомбы, что-то странное тут, конечно. Посмотри, какой замечательный музей. Давай устроим здесь с тобой кавардак, говорит нам смерть. Слушайте, что эти чувачки тут выискивают, а? Смотрите, это воришки какие-то. Ну, давайте немножечко, наверное, осмотримся. Ага, он хочет украсть вазу. Угу. Опа-на. Тут, смотрите, у нас и какой-то ботанический сад, и фараоны, и пирамида. Так. Хм, ворота. Голова дракона. Так, а вот это у нас цели. Так, девчушка, которая здесь бегает. Ну-ка, оп, отлично. Бомбанули мы с вами одного какого-то, я не знаю, кто он такой. И здесь у него остался чемоданчик. Бомба написано. То есть, если я, наверное, нажму два раза, она взорвется. Позвоним. И картиной накроем. А ты что думала, родная, все будет так легко и просто? Нет. Давайте вот так вот. Троих сразу. Троих или двоих? Двоих, я думал троих. Ладно. И так сгодится. Вывески, давайте, наверное, вот так. А черт подери, успела она отойти. А так бы двух. Это тебе за ту, за твою подругу. Так, здесь у нас больше ничего. Во, куда пошла, садись. Вот так, отлично. Кнопочка. Ага, смотрите-ка. Не, давайте, наверное, достанем. Пускай платформа будет выдвинута. Картина эта не работает. Но тут что-то нарисовано. Ну-ка. О, замечательно. Это наша вторая цель, ребята. Какой-то якобы доктор. Ботаник. Кувшинчик здесь чувачок хочет украсть. Смотрите, компьютер почему-то... Ага. А ну-ка. Во! Шикарно. А это что такое у нас тут? А, воришка украл все-таки кувшин, который он хотел. И теперь он уже не бегает так быстро. Что это было, я не понял. Упал с веревки на чувачка, который призывал змею. Так. Ну, давай, давай, кто-нибудь, проходите мимо. Вот так, оу. Я аж зажарил его. Да по делам ему, в принципе. Долеталась на ковре самолете. Слушайте, здесь довольно много и штучек-дрючек, где... где мы... Ладно тебе. Сейчас будет ангел, да? Усложнять мне, так сказать, жизнь. Будут всячески мне мешать. Так, а это у нас тут что? Гроб какая-то пыточная, что ли? Вот так вот. Мегакилл. И мы еще одного чувачка подбили. И опять у него бомба. Ха-ха. Так, а вот это что такое у нас тут? Фараон охраняет вход. Оу, ничего себе. Мы, значит, можем открыть. А там типа мумия сидит, да? Которая бинтами схватает. Смотрите, нужна красная штучка,
чтобы ее активировать, и якобы вот эти грибы вырастут. Ключ. Полицейский открывает ворота. И что он этим сделал? Так, ты куда бежишь-то, эй? О, мне здесь очень нравится. Посмотрите, ребята, какие экспонаты. И селфи начала тут делать. Блин, и ангелочек сюда прилетел. Ага, значит, эти ребята здесь будут ходить. Ладно. Как бы мне вот эти... Я вот чувствую, что вот эта вот фигня должна... А, вот. Если мы... Нам нужно избавиться от полицейского, короче. Видите? Мы не можем сделать, потому что ее охраняет полицейский. Ладно. Ну, давай, давай, давай. Чувак, эх. Ну-ка. Это все не действует, не действует, ребята. Падай. Блин, я думал, она упадет. Нифига, почему-то нежненько приземлилась. Все, к телефону больше никто не подбегает. Есть еще бомба. Не знаю. Маловато народу, мне кажется, да? Хотя... Может быть, вот сейчас вот бомбануть. Во-во-во-во, бежит, бежит. Ладно, хрен с ним. Замечательно. Полицейский, иди посмотри, там что происходит, а? Осы его сожрали. Ага, а вот у нас и третий чувачок здесь, смотрите-ка. А это директор, директор музея. Так, монитор. И что нужно сделать? Монитор почему-то не работает. Так. Это можно, в принципе, на кого-то обронить. А это... Опа! Мы сюда электричество запустили. Я так понимаю, стрела пойдет в аквариум, и вода наполнит вот эту вот емкость. И все, все, кто будет в ней, умрут. Давайте-ка мы, наверное, вот этого вот... Нифига не... Оу! Это растение у нас, оказывается, поедает. Так, давай, давай, полицейский, иди. О, прости, родной. Так, кнопочка у нас свободна, да? Значит, уже можно будет на нее нажать. Но сейчас нет смысла. Так. Черт. Тихо. Вот так, отлично. Подбил я ее. Лежит там. Чувака. Бомба осталась. Кстати, я еще не проверял, что она вообще делает, эта бомба-то. Надо хотя бы одну задействовать потом, да? Давайте-ка вот попробуем. Черт, я думал, что он под ней стоял, а он сбоку где-то стоит. Обманул меня, гаденыш. Так, а тут-то что? Ага. Ну-ка, давай попробуем. Вот он что делает. Прижимает. Тут у нас еще, смотрю, кокосы есть. Убил чашкой. Офигеть. Подсвечником давайте. Ну иди сюда, а. Че ты там стоишь? Не хочет. О, вывеска. Блин, интересно, вот этого гаденыша можно успеть подбить вывеской? Навряд ли у меня получится. Слишком быстрый. Ага, он кристалл вот этот хочет. Ну? Хоть кого-нибудь я еще прибомблю, блин, а? Скульптура динозавра. Ух ты! Неплохо. Бумкнул я. Четыре души сразу забрал. Замечательно. Так, ага, здесь можно... А почему не сработал? Я думал, что он сейчас упадет. Хм. Не вышло почему-то. Катапульта. Что она делает? У-у-у.
в кабинете у директора вообще что-то кисло как-то. Ничего не работает у него здесь. Так, давайте-ка мы... Это что здесь такое, а? Ну, давай вот эту, наверное, сейчас, да? И последнюю. Какой-то комарик. И что у нас здесь получается? Нифига. Дракон. Но как-то, по-моему, он бесполезно здесь вышел, если честно. Никакого эффекта от него не было вообще. Черт подери. Ради одной души, блин, заработал себе еще одного ангела. Теперь их тут в разы больше начало летать. Так, что у этого чувачка? Баксы какие-то, да? Ну и что мне от них? Толку-то от этих в долларов. Да, я даже не знаю, блин. А если я сделаю, нажму, что будет? Наверное, один разочек, да? Израсходуем, и все. Оу! Не знал я такого, что шарик этот еще может раз сработать. Слушайте, а как мне вот это вот подбить? Он стоит внизу. Оу, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, что происходит, ребят. Оу, И наш этот персонаж бежит, которого нам нужно убить. Давайте. Ну, отлично. Первая душа заработана. Она еще и улыбается. Полетела с улыбочкой на небеса. Якобы говоря мне, спасибо тебе, что освободил меня от этого музея. Ну-ка, сожрем? Нет, не получится. Оу! Ребят, уже 41 душу я себе заработал. Так, давай-ка. Ать! Не достали. Ну чё ж ты такая? Во, давайте вот сейчас вот. Пока, родная. Бук. Где весь народ-то бегает, не могу понять, а? Доллары. Под этот столб никто не хочет. Еще ангелочки мешаются мне, а? У директора почему-то монитор не работает. Так, а ну-ка. Вставай, вот. Так вот. В первый раз не сработал, а сейчас сработал. Ну ладно, хоть двоих. А это что у нас тут вообще такое? Что там, легенда? Дракулы? Ну? Че не вылазишь-то? Крест. Опачки. И еще один ангел. Ёлки-палки. Уже слишком много их тут. Короче, летучие мышки вылетают и... Все, на один раз. Жаль. О, бомбанем. Ёлки-палки, сюда попалась. Ха. Вторая наша героиня, которая должна была помереть. И она померла. И остался у нас вот этот чувачок. Интересно, а как его нам достать? Хм. Кокосы, это не то все. Так, вывеска. Вывеской тоже я, по-моему, здесь никого не смогу нагреть. Так, зато могу вот здесь вот сделать. Отлично. Шарик какой-то. Ну, давайте воткнем. Тут нарисовано на картинке. И... Что происходит? Ничего, да? Оу. Мегакилл, что-то в разных точках. Чувачки у меня подохли. Все, больше не могу воспользоваться этой возможностью. Так, 53 души уже насобирал. И один персонаж остался, которого мне нужно чпокнуть. А это у нас хинты, ребята, как вы видите. Так, фонарь какой-то у нас тут. Блин, дофига предметов-то. Кто-нибудь хочет кокосику, а? Эй, малышня. Черт подери, блин.
Успел отбежать. А ну-ка. Оу. А вот и сам Дракула вышел. И что он будет делать? Вот так вот. Вот это хорошо ты делаешь. Летит за ними. Так, давай вот эту вот малышку тоже. Опа. Все? Жалко. Троих только успели. Так, а у нас здесь еще вот что. Головы падают. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я даже не знаю, что сделать, а? Целая группа ребят здесь. Может быть, их попробовать скинуть в кислоту? Получится, нет? Давайте, стойте здесь, возле грибочков. Пока! Вот это хорошо. Вот это замечательно просто. Сколько душ? 61. Мне бы хоть 68 бы заработать. И это тут стоит, дуркует. Так, вампир был, дракон был. А ну-ка, бинтами. Эть, не достали чуть-чуть. Совсем немножечко не дотянулись. Нечего там было стоять и улыбаться. Так, я смотрю, здесь еще... Блин, катапульта, это меня смущает. Рыбки. Там пираньи у нас какие-то якобы в аквариуме, да? Все, вроде бы как бы и много чего есть, и в то же время нечего даже сделать. Может быть, летучих мышей вызвать еще? Давай, 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 давай. Отлично, молодцы, летучие мышки. А вот это у нас что такое? Опа, неплохо. Колышком-то я убил. Подсвечник. Вот в этих местах почему-то очень мало народу, где вот подсвечники, кокосы. Тут еще у нас два предмета. Этот все хочет стырить себе какой-то кристалл. Воришка. Вот так вот. Шикарно. А этот хочет тоже украсть в кабинете директора какую-то фигню. Оу, запалили меня, ребята, ангелочки. Минус одно сердечко. Жаль. Что тут можно еще-то сделать, а? Я вот не вижу. Катапульта. А ну-ка, давайте бомбанем. Ёлки-палки, в скульптуру какую-то. И воришка, я смотрю, тут обрадовался. Ух ты, это мой шанс. И ворует. Интересно, а что мне нужно для... Подождите. Что-то он расстроился и сел за монитор. Оу, что-то меняется, смотрите-ка. А ну-ка, давай другую картиночку какую-нибудь глянем. Хо-хо. Да. Что? Нихера себе. Че с ним? В оборотня превратился. Вау, и пошло, поехало. Ребят, смотрите. Просто всех гасит налево и направо. Оу, а вот и чувачок, который нам нужен. Он его сейчас догонит, нет? Давай, оборотень. Отлично. Все-таки он его поймал. И это была наша последняя цель. По идее, все, можно завершать миссию. Но я хочу, ребят, посмотреть, что здесь можно еще сделать. Уж слишком много всего. Так, мышки, давайте вот этого чувачка, который... который, извините меня, здесь бродит. Кстати, вот эту вот штуку... Ага. Все. Оп, последний предметик они украли. И что это мне дает? Ничего. Так, а мы с вами все хинты испробовали? Нет. Еще три вещи каких-то мы с вами...
не сделали. Так, смерть уже выглядывает, типа говорит, что давай-давай, завязывай с уровнем. Подожди, сейчас, секундочку. Дай мне хотя бы до ранга А дойти. А это еще нужно двоих чувачков каких-то шлепнуть. Деньги. И что смысл от этих денег? Никакого. Ну, это не сработал, блин. Непонятно, главное, почему. Нажимал вроде бы два раза, а он не упал на него. Так, ладушки. Теперь он пошел тут в обход ходить. Ясно, короче, он туда еще не скоро вернется. Ну, где все? Неужели я всех тут почикал, а? Это стоит где-то в центре, до нее не достать. Тут тоже пусто. Тут уже ничего нельзя сделать. Никто не бежит к телефону. Жаль. Не успел я воспользоваться кокосами, а также другими предметами. Жаль, конечно. Но очень мало народу здесь. И ходят они совсем не там, где мне нужно. А ну-ка, иди сюда. Ну, вот так вот, отлично. Опа, это что такое у нас? Ну-ка, ну-ка. И? Ага, вот оно что. Ничего себе, блин, фараон вышел. И что это было, блин? Просто вышел и все, покрасовался. Ладно. Ну что, последнего-то мне дадите кому-нибудь шлепнуть? Чтобы ранг А получить. Все, мумия больше не выходит. Жаль, конечно. Так, может... Нет, картина это не то. Он сюда не пойдет. Блин, я вот даже вот смотрю-смотрю и не вижу, кого можно было бы здесь нахлобучить. Вот здесь вообще, я считаю, на этой полянке бесполезно столько народу, а как их там гасить? Мань приложу. Ну, мимо. Ангелочков-то сколько здесь разлеталось, а? Слишком много. Ну давай, иди сюда. Не хочет. Не хочет она никуда идти. Села за... Вот, вот, ребята. Теперь можно со спокойной душой заканчивать этот уровень. Потому что мы получили ранг А. Все, смерть, успокойся. Я заканчиваю. Так, ну что ж, ребята. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. И у нас открылась дополнительная какая-то миссия. Ну, ее мы будем уже играть в следующий раз. Все, всем пока и удачи.